Летнее благоустройство подходит к финалу. Один из самых необычных проектов – автогородок в детско-юношеском центре. Здесь строят мини-дорогу с дорожными знаками и светофорами. Все как у взрослых. Дети смогут опытным путем познакомиться с ПДД. Передвигаться, да, детки будут и на машинках. Это веломобили, велосипеды, самокаты. То есть детки попробуют себя и в качестве пешеходов, и в качестве водителей. А вот взрослых больше заинтересует решение коммунальных проблем. На улице Котина подходит к концу замена канализационного коллектора. Всего 20 метров новых труб помогут уменьшить число аварий в этом районе. Труба еще одна будет, и дальше вставка и колодец. Ну что делать? Когда сделаете? По срокам? Завтра. Да? Завтра. А вот сдача участка на улице Первой Пятилетки задерживается. Коллектор 1931 года давно нуждался в реконструкции. Трубы на десятки лет старше соседнего сквера «Молодежный». Он, к слову, тоже попал под программу благоустройства. Очень удачно, что работы начались в той территории, где благоустройство находилось чуть выше. Поэтому основные виды благоустройства мы не задели. Но я думаю, что сейчас работы будут в ближайшее время завершены. У нас проблем уже с изливом канализационных стоков на территории сквера не будет. На этом участке меняют больше 300 метров труб. Подрядчик обещает не затягивать, а глава города настаивает на сдаче объекта уже к концу следующей недели. Глубоко залегает коллектор, то есть это порядка 6-7 метров, и плюс большая скученность, потому что это сквер, в нем и деревья были, и малые формы, которые нужно было убирать. Поэтому по сроку немножко сдвинулся. Он пообещал, что через неделю земляные работы закончат, и после этого займется благоустройством, можно этот участок коллектора можно будет вводить в эксплуатацию. Проблемные участки коммуникации в городе постепенно обновляют, но эта работа растянется не на один год. В этом году заменили больше 5 километров труб на сетях водоснабжения и водоотведения. До начала отопительного сезона эти работы продолжатся. Марина Митрофанова, Артур Фазлеев, 31 канал.